Привет, друзья! В работе у нас два устройства. И это, как удивительно, опять-таки, совпало так интересно, подобралась подборочка, 17-й год, и это размер 12,9. Вот это размер на картинке на упаковке, это один к одному. И непосредственно вот 9,7, тоже 17-й год. Это iPad Pro, это просто, как он называется, iPad 9,7. И вот можно посмотреть, насколько они различаются вообще по размерам, и у них проблемы схожие, то есть, сейчас покажу. Прошка, это не включайка, а вот на этом устройстве там интересно идет интересный эффект, то есть вот сразу же по прибору покажу. То есть на включенном устройстве у нас никак оно не заряжается. То есть можно посмотреть, нет индикации заряда, и по устройству красные значения нулевые. Как только мы выключаем устройство, сейчас оно выключится, и у нас значения подрастут, то есть оно начнет заряжаться. Да, полноценно заряжается. То есть тут двоякая немножко проблема, это может быть проблема в микросхеме управления заряда, или может быть в разъеме зарядки. Это мы попутно посмотрим, соответственно, на месте. И к старшему брату. Это, кстати, у нас устройство пришло из Челябинска, там из какой-то компании, которая занимается садовым оборудованием, как я понял. И это не включайка вообще. То есть опять же по прибору сейчас глянем, втыкаем на зарядку. Никакой реакции не идет. И что характерно, это опять же двоякая проблема может быть. Это может быть проблема в микросхеме управления заряда, либо в разъеме зарядки. Но так как у нас устройство не подает вообще никакой индикации, что оно разряжено или что-то, там, скорее всего, батарея в глубоком разряде, а это говорит о том, что это больше к микросхеме заряда. То есть начнем с нее, но попутно бывает проблема и по разъему. Это тоже посмотрим. Так. Занимаемся. Давайте начнем со старшего брата. И это вот реально здоровенная лопата вообще вот. Вот чтобы вам представлять, это вот насколько она большая. И вот пока в руки не возьмешь, не ощутишь, насколько она вообще просто огромная и невероятных размеров. Ну, очень прикольная. Вот этот iPad прошка 12,9, беспрецедентное вообще устройство в мире. Нету больше такого размера планшета ни у какой компании. Занимаемся. Он даже не влазит вот в картинку, вот в объектив. То есть рабочая область вот эта вот на обычном формате. Вот на шире, конечно же, влазит, а на обычный формат полноценно не влазит. Так, и первоначальная задача, это невероятно большое устройство, аккуратненько открыть. Так, ну и да, вот так вот эта лопата выглядит внутри. Здоровенная прям вообще. Так, и здесь помимо всего прочего, видно, что очень сильно вздулся один из блоков батареи. Вот этот вот. Прямо он один, характерно от других, очень сильно надулся. Так, как на камеру показать? Ну вот так вот. Он даже уже стал приподниматься вот с нижней части, по сравнению вот с этой. Так. Батарейку нужно будет заказывать на это устройство. Ну ладно, здесь на батарее это вторично, то есть нам нужно разобраться по включению. А дальше уже, соответственно, посмотрим, что с батареей. Так, извлекли плату. Сейчас нам потребуется ее диагностирование под микроскопом, осмотр и все прочее. И дальше посмотрим, что к чему. Так, мы посмотрели, вот у нас ключевой узел, с которого мы начнем, это микросхема первичной цепи питания, так называемая 3-star, которая отвечает за определение аксессуара, ну и по сути за зарядку устройства. То есть начнем с нее, потому что тут в данном случае разъем очень многопиновый идет, и его очень тяжело прозвонить. То есть в данном случае микросхема, а потом уже посмотрим. Ну и придется все-таки батарейку менять. Итак, друзья, да, пока там занимаемся микросхемой на старшем большом брате, давайте откроем маленького и подготовим его к работе. В нем тоже думаю начать с микросхемы первичной цепи питания, это 3-star, потому что по большей части она отвечает за определение аксессуара подключенного, режима, в котором находится устройство, и вот как раз вот этот симптом, то, что он заряжается в выключенном состоянии, это как раз таки с наибольшей вероятностью в ней дело. Итак, идеально открыли. Идеально в данном случае, это когда у нас вся проклейка осталась на стекле родная. И она в этом виде очень хорошо назад закроется. Ну, я не раз об этом говорил, то есть тут родную оставить в приоритете. Изымаем плату. Экранчик в сторону. Тачик в сторону. Опять забавный момент. Вот показываю часто вот эти синие хлястики, проклеечки. Китайские люди, сборщики, оставляют внутри, то есть не убрав их с вот именно с деталей. В данном случае это разъем зарядки.
Ну и устройство это первородное, не скрывашка ранее, это 100%, то есть, ну это такой агрегат сборки, можно сказать. Последнее время часто очень видим это. Да, процесс изъятия платы, это немножко такое вообще себе интересное вообще занятие. Очень кропотливая такая работа, все шлейфики надо аккуратно отключить, потом аккуратно подключить. Вот, многие мастера вот это вот не любят, но без этого, к сожалению, никак. Ну, опять же, такой момент, если взять какой-нибудь там аппарат там, альтернативных выпусков, альтернативных компаний, допустим, какой-нибудь Sony, там вот, если вы его разберете, то это вам вообще покажется сказочным устройством, просто невероятно. Ну да, здесь отлично, великолепно снял, то есть у нас все проклеечные элементы остались в корпусе, то есть тут умеренно нагрел, там немножечко спиртика добавил, все окей. И вот да, вот эта синяя проклеечка у нас, тут аж под батарейкой она выглядывает. Ну, часто, да, показываю, в последнее время вот что-то не попадаются. Так, итак, нам необходима самоплата, снимаем экранную защиту и занимаемся. Вот оно то, что завораживает каждый раз. Это идеальное расположение вообще, грамотная очень архитектура электронных компонентов из самого устройства платы. Великолепнейшая штука вообще, беспрецедентная в мире. И да, необходимый нам элемент, это непосредственно микросхема управления питания, располагается вот здесь. Как вы уже заметили, это даже конструктивно расположено, она наиболее близко к разъему зарядки. То есть это, ну, даже по обычной простой логике, то есть сюда зарядка, чик-чик-чик, сюда идет, здесь определенные действия выполняются, идет раскидка веток питания, непосредственно определение, что воткнуто. Это вот эта вот микросхема первичной цепи питания. То есть простым пользовательским способом, пытаюсь всегда это как бы показать, объяснить. Ну, наглядно, я думаю, вы уже стали примечать эти вещи. То есть в последнее время много такой работы делаем, показываем. Кстати, показываем не все, довольно часто вообще с этим сталкиваемся. Занимаемся. Так, итак, друзья, да, перепаяли причинную микросхему, и сейчас, собственно, обратный процесс сборки и проверяем. Так, все отлично собрано, назад в том виде, как было. А, немаловажный момент, как бы всегда стараемся сделать так, что внутри было все, как будто там никого и не было, никогда. Это так чисто, эстетический момент. Подключаем экран, сенсор и проверяем. Почему здесь довольно так самоуверенно собираю, да, вот это уже все... И в полный вид, ну потому что симптомы довольно четко выражены и довольно стандартны для устройств данного типа. То есть, соответственно, если устройство заряжается только в выключенном состоянии, это непосредственно причина микросхемы, которая была заменена. То есть тут можно без особых сомнений собирать полноценно. Так, ну все же давайте для порядка проверим и наглядно все посмотрим. Итак, у нас есть сразу же показания, устройство стартует. И напоминаю, что была проблема в чем, что когда он загружается, перестает сразу падать заряд. Красные значения падают на ноль. Сейчас смотрим. Так, есть у нас полноценно заряжается. Есть также индикация заряда. Есть. И еще немаловажный момент, нам необходимо проверить, что видится ли устройство компьютером. Это важно, потому что как раз таки вот эта вещь, вот эта микросхема отвечает за определение подключенного аксессуара. Так, введем в режим прошивки и посмотрим, определится ли у нас на компьютере устройство. Заодно, кстати, давайте перепрошим его, потому что это устройство было куплено нами и у клиента, насколько я помню, давненько. И, ну, там как-то что-то мы по совокупности факторов посчитали, что нецелесообразно делать. Здесь в данном случае делаем это больше для интереса, для, так сказать, для наглядного отображения процесса. Так, да, устройство у нас увиделось, все в порядке. Так, скачивается прошивка и перепрошим его, чтобы он был чистый. И, соответственно, уже потом повторно активируем. Так, здесь все в порядке, пока еще не буду его закрывать, потому что перепрошим, тут все почищу. И, в принципе, давайте пока качается, я почищу и соберем все окончательно. Так, вот сейчас стандартно, да, протираю снаружи, чтобы было видно, где вообще грязь есть. То есть, если снаружи ее не видно, значит она внутри. Да, и вот такой момент, который всегда обозначаю по проклейке. Вот она осталась в основе, вся в первородном виде. То есть она в таком виде довольно липкая, и вот я сейчас просто ее закрою, не добавляя ничего. И она еще прослужит очень много лет. Ее оставить в приоритете, что, собственно, и получилось. Закрываем. Позже прощем устройство, и у нас все готово. А мы продолжаем делать старшего брата. Так, и да, друзья, по старшему брату, по прошечке 12.9, также поменяли причинную микросхему, и сейчас доподлинно проверим. То есть у нас устройство не подавало вообще никаких пульсаций, никакого признака жизни, ни заряда, ничего. Так, и хочу проверить вот в таком вот интересном виде. Это непосредственно новая батарейка, ее заказал потому, как показал, что один из блоков сдутый, в таком виде, естественно, оставлять нельзя. Сейчас мы простым движением руки подключаем плату на клеммы аккумуляторной батареи и проверяем. Так, вот так пальцем держим. Вот так втыкаем зарядку.
И у нас бац! И пошло устройство заряжаться. Да, кстати говоря, что произошло? Возможно, владельца как-то вот он коротнул на зарядке либо что-то. То есть пошло нарушение по микросхеме, при этом обычно повышается очень сильно потребление. И батарея в это время как раз-таки может сдуться, потому что на нее идет усиленная нагрузка. То есть она, грубо говоря, в режим покоя, батарейка вообще не переходит. Устройство не переходит в режим покоя. И постоянно-постоянно идет обращение к батарее, из нее ток высасывается. Вы снова заряжаете, либо на зарядке пользуетесь. И вот в такие моменты как раз происходит вскипание банок. Это химсостав внутри батарейки, он, ну просто она вздувается, что называется. Да, в данном случае все очевидно, все окей. У нас заряжается полноценное устройство. Ну, без экранчика мы не видим изображения, но по показаниям мы видим, что все в порядке. Так, вырубаем и все это дело собираем. iPad. Вот он. Вот он какой. Длинненький такой, как змея. Так, и да, еще раз вот попытаюсь показать, насколько он вздулся, этот блок. И видно, что он довольно существенно долгое время был уже в таком состоянии, потому как есть протертости по бэкран с обратной стороны. Такие вообще вещи можно заметить заранее, когда у вас на экране появляется какое-то пятно либо давление, его обычно на белом фоне видно. Вот интересно будет, когда включим устройство проверять уже финально, на каком-то если белом фоне, то посмотрим. То есть получается, вот в этой области, вот здесь, может быть есть какие-то продавки, либо пятна, либо что-то. Опять же, это владельцу только виднее на самом деле, когда и что это появилось, либо началось. Но опять же, устройство принадлежит компании, как я говорил ранее. Возможно, там просто люди не парились. То есть, знаете, ну все равно как бы не своя вещь там, что такого. Хотя это обобщать нельзя на самом деле. Если что, извиняюсь. Так, снимаем батарею. Не влазит он вообще в экран. Вот так вот сделаем на ширике. Так, итак, снял батареечку, зачистил основание. Устанавливаем новую. Да, тут немножко сейчас такой сложный момент, тут нужно сначала подключить экран, а в последнюю очередь подключить аккумуляторную батарею. И это немножко такая эквилибристика очень неудобная. Но вот это один из моментов такой работы с этими устройствами, один из нюансов. Ну и 25 других шлифов я уже подключил. Сколько бы их, вот здесь сколько бы их то ни было, да, в альтернативных устройствах, там Sony, там Samsung, их еще больше. И там это просто каторга невероятная, вот это делать. Тут как бы сделано и для пользователей. И для инженеров, так скажем, как бы с учетом всего. Просто грамотно сделано устройство, что им и пользоваться приятно. И если вот необходимость обслуживания возникает, то это все сделано гуманно очень. В пределах допустимого, конечно, потому что Apple сама, она не обслуживает эти устройства вообще. Но сделано оно как бы не то, что какой-то монолит непонятный, а все, собственно, модульно, все подразумевает замену. В данном случае вот можно поменять разъем зарядки, что угодно, батарею, что угодно, все модульно. Продолжаем. Ну и да, здесь обращу внимание, что у меня часть проклейки осталась непосредственно на экране, часть в основе. Мы здесь добавим проклеечный слой дополнительный, взбодрим родную проклейку, и у нас все великолепно будет сидеть. Да, вот здесь чуть-чуть его приложил, только он уже приклеился. Родная проклейка, она в приоритете вообще, она очень мощная. Аккумулятор подключаем. Так, и теперь можно проверить. Промежуточно проверить перед закрытием. Включаем. И у нас есть яблочко. Бах, и на шнурке. Ничего себе, вот это неожиданно. А почему он мог уйти в такой режим? Почему он мог уйти? Так, придется его тоже прошить. Прошить придется. Ну да, он мог уйти в режим вот такого свалиться восстановления, что называется, это recovery mode. Родной Apple-ский. То есть вот, вот это именно обесточки, которая, видимо, произошла с нарушением батареи. Какой-то критичный момент это может произойти. Так, тогда не закрываем все-таки пока. А тоже сейчас подключим, скачаем прошивку, обновим и посмотрим финальный результат. Интересно, ну или может быть в какой-то момент, когда он как-то себя еще вел, то может быть что-то делали с устройством. Потому что вот предыдущий iPad у нас вообще не виделся, да, с компьютером перед тем, как мы не заменили микросхему. Возможно, здесь тоже что-то делалось. Может, как-то прошивали, либо его сбрасывали, либо что-то. Так, ну у нас, по крайней мере, исключение, есть зарядка устройства. Сейчас нам осталось дело за немногим. Так, подумал еще такую вещь. Может он уйти в такой режим свалиться. Сейчас попробуем без прошивки просто выйти из него. Могут быть такие вещи, что в какой-то момент устройство, полноценно не получая отклика от каких-то микросхем, может свалиться в режим recovery. Этот режим и есть, когда у нас нет отклика от какого-то модуля на самом устройстве. Ну да, да, да. Вышел из этого режима, он просто проинициализировался, уже все на месте, все в отклике, и он полноценно загрузился. Единственное, что я заметил, это дернулось и сместилось яблочко на загрузке. Это нехороший признак. Еще раз давайте глянем и понаблюдаем за яблоком. Так, тут нам не надо больше. Так, включаем. Смотрим. Да, оно как-то вниз смещается. И потом видно, что подключается трутон. Это вот эти авторегулировки яркости. Не знаю, должно ли так быть, либо нет, но по идее нет, не должно быть такого. Возможно, что-то все-таки еще есть неисправность. Но такие моменты, они связаны с памятью, с процессором. И это не круто обычно. Обычно устройство после этого не работает. В данном случае нужно будет все-таки после сборки его хорошенечко потестить. Так, проверяем зарядку. Так как у нас была заменена микросхема управления зарядом, необходимо проверить. И у нас, да, красное значение, единица полноценная. Окей. В принципе, нет оснований пока переживать. Закрываем и потестим пару дней.
Так, все окей, теперь наносим проклеечку, дабы взбодрить старую, и закрываем. Чем нравится мне вот эти устройства закрывать, то есть у них такой получается бутерброд своеобразный. Это стекло и экран одним модулем, и не требуется ничего чистить дополнительно. Нанес проклеечку и закрываем. Все в таком виде пару дней устройство побудет у нас на тесте. Нужно позаряжать, поразряжать, и, соответственно, все будет очевидно. Понаблюдать, что называется, немножко. Убираем телескопические данные. Так, а тем временем давайте прошьем младшего братика. Все, собственно, у нас два рабочих устройства. Было нерабочее, стало рабочее. В этом наша и есть задача. Так, да, вот еще раз, ну вот просто вообще невероятно. Ой, какая камера там, все видно вообще. Ух. Качество, качество. Классное устройство на самом деле. Вот да, кто себе хочет приобрести, допустим, вот такую вот штуку, iPad, да, даже если вы не пользуетесь Apple техникой, и там вы на Android, там, либо на что-то, ну, на iPhone, короче. Вот планшет все-таки это беспрецедентная штука Apple, на самом деле. То есть вы можете взять его попробовать. И вот эта линейка, которая 17, 18, 19, 20 год, которые последние 10-2 идут, недорогое, практичное очень устройство, надежное, долговечное. Ну, поломки бывают, да, это всегда бывает. По размеру, вот смотрите, да, вот как, насколько. Не перестаю удивляться, это супер круто вообще. Все, друзья, по планшетам на этом все. Как говорится, всем привет и всего.